Добрый вечер. Мы сегодня попытаемся с вами обсуждать более глубже наша глава недели. Наша глава недели продолжает казни, которые были начаты прошлой неделе. У нас еще несколько до завершения и выхода из Египта. Глава Бо. Есть еще одна большая новость в нашей главе. Новости, которые касаются еще первой главе Тору, первой Раши на главе Берешит. И начинается это вопросом. Надо было начать Тору с главе «Аходеш азэ лахэм рош ходошим». Это месяц для вас, первый месяц. Почему? Потому что это первый заповедь, который указан в стол. До тех пор было общение между Всевышним, как пророчество, Всевышним Авраам, Ицхак, Якова, Ноаха, но это не было заповедь велить всего еврейского народа что-то делать или не делать. Первый заповедь, который касается всей еврейского народа, все народ Израиля, который живет в то время, это вот эта заповедь. И поскольку что такое Тору? Слова Тору. Тора, по святом языке, что такое Тора? Нет, не учение. Это неправильно, не учение. Нет. Тору – это повеление. Повеление. То есть я указываю кому-то что-то делать, я даю ему, это называется в современном иврите, гораа. Даю ему приказ. Гораа. Он должен что-то делать. То есть получается, что до сих пор в Торе у нас не было какое-то указание, что нам делать. Было историческое событие, начинались первый Адам, человек на земле, и заканчивается до сих пор. Это все было какое-то историческое событие, очень важное, очень нужное в жизни. И Тору все равно приняло решение посвятить этому пятую часть. То есть книга, целая книга, начиная с Тору и еще два главе полной в книге Шмот, пока она дошла к заповеди. И почему? К этому первое объяснение, которое Раши говорит. Раши говорит, для того, что если придут к вам какие-то люди и будут винить вас, что вы грабители, потому что вы грабили страна, принадлежавшая всем разных народов, и поэтому вам, вот вы грабители, что мы должны отвечать? А почему надо писать целая книга в Тору, а рассказ происходящего в жизни? Зачем? Показать, что он сам сотворил мир, он сам решил, кому давать и кому не давать, и теперь он дал нам, после того, что он забрал от них, а мы не грабители, мы приняли того, что он дал нам. И это очень-очень важное учение. А кроме того, есть более глубокое хасидское понимание. Сотворение мира – это не завершение желания Всевышнему. Желание Всевышнему было не в сотворении мира. А евреи, которые выполняют закон Тору, несмотря каких условий у него есть в жизни, выполняют желание Всевышнему и учат Тору Всевышнему. А что так особенно? Это Всевышнему мог устраивать еще в
верхних духовних мірів. Зачем йому нужно для этого делать нам такой мир, как мы есть сейчас? Причина в том, что Всевышнему ожидает не просто, что мы будем выполнять его желания, заповеди, и будем учить Тору в этих условиях, а что мы будем взять этих условий, то есть материальный мир, и превращаем его в духовность. А как это происходит? Когда я соединяюсь физически материального существования с какой-то заповедью. И тем не менее, как это возможно? То есть, объясню вопрос, как это возможно. Мы можем оживить что-нибудь, оживлять что-нибудь, если он не оживлен. Вот взять металл и делать его живой. Или камень, делать его живой. Мы не можем. Почему не можем? Мы можем всего лишь собрать энергию, и в помощь этого энергии, которая не касается к нему, он не меняется, по сути. Передвигать его из одной точки в другую точку. Что может оживить материального? Например, как душа оживляет тело. Когда душа соединена с телом, из материального существа, точно как камень, точно как всего остальное, да? Он становится, тело становится живое. То есть это определенный духовный сил. Взять материального и превратить его в живого существа. Нам нужно теперь взять корова, снимать от нее шкуру, превратить это в домики, где мы вставим еще коровиной кожи, которые на него написали глав истории, и теперь он святой? Как, где тут святой? Как он стал святой? Какое изменение я сделал тут? Какое изменение? Когда я беру и учу Тору, мой голове занимается учением Тору, мой даже физический мозг занимается учением, все меняется. А в этих тфилин что поменялось? Наложил твилин и стал святым. Да. Как? Вот так в жизни. Ну, я понимаю, ну как? Что изменилось? Физически вряд ли это можно объяснить. Ну, физически невозможно это объяснить. Где получилось изменение? У нас в мозгу материи. Ну, у нас в мозгу это называется иллюзия. За этого, если это неправда, можно отправить в сумасшедший дом. Это в нашем мозгу. А как это происходит? Как можно говорить, что это происходит? Где это видно? Как это видно? В чем это видно? И на самом деле это не видно. Как это происходит, что я могу соединять духовным существа? Почему, когда я одел тфилин и выполнял заповедь, вот этот тфилин начал светиться? Или испаряться, или стать более духовной? Мы не видим такие реакции. Почему он не меняется, по сути? Потому что это не как душа в теле. Душа в теле имеет свойство соединять и менять друг другу. Тело меняет душа, потому что душа уже относится к нему. И душа меняет тело колоссально. Он становится из материального гниющего мяса к живому, который растет и развивается, и меняется, и адаптирует определенные виды духовности в его действия. Когда же есть живой организм, он не только двигающий материал, он живой, он меняется. Где мы видим, почему не видим этот тфилин? Правда, не видим этого тфилин? Потому что свет, который
появляется благодаря выполнению заповедей намного выше от него. Поэтому он не отражается к нему внутри. То есть оно не соединяется до конца. Поэтому мы не видим святость. Мы знаем, что есть святость, но мы не видим. Но еще раз вопрос, как мы можем соединять это? Это два разные вещи. И это и есть изменение, которое произошло при даровании Тору. До дарования Тору действительно было невозможно соединять материального с духовного, естественно, из этого причина. Как можно соединять несоединяемый? Что произошло в даровании Тору? В даровании Тору Всевышнему дал возможности материального существования пропитывать духовность. Да, мы не видим это. Он дал это. И это был процесс. Длинный очень процесс. Процесс, который начался с первого человека на земле и закончился и завершается вот сейчас. Первая заповедь. Вот он завершается. Мы сегодня будем смотреть, как, например, в новый месяц это связано с духовностью. Тоже поймем. То есть получается, что этого процесса, который начал с первого человека на земле, Адам, есть у нас определенный разрез времени. Адам до Ноаха, Ноаха до Авраам, Авраам, Ицхак, Яков, каждого из них это отдельный абзац жизни. И потом Яков и его сыновья, Йосеф и его братья, а потом Амрам, а потом Моше. И каждый из этих промежуток времени внес большое изменение в жизни. И если раньше это было Адам до Ноах тысяча лет, и была одна эра, Ноах до Авраам там 600 лет, и было одно время, да, то с Авраама это начал ускориться. В чем было вот этот вопрос, как он произошел? Первый этап между Адамом и Ноахом из-за того, что материальных существа, включая людей, не могли принимать правила игры. То есть, несмотря, что у них есть было, как у нас, и больше, чем у нас, способности в интеллект, они не могли интеллект переводить к правилам поведения. Поэтому, когда сталкивался, хочу этого мешок с деньгами, а там принадлежит кого-то, там и убьем. Хочу этого женщина, ну, она замужем, какая разница, убьем. И так далее. То есть все было в разрез их желания. То есть интеллект они все поняли. Они видели Адам, они знали, кто такой Адам. Сын Адама убивает своего брата. И пошло и поехало. Настолько пошло и поехало, что другой способ, кроме остановить новые правила, потопом не было возможно. Что делал потоп? Мы говорили об этом, когда учились про Ноаха, про радуга, про и так далее. Это было определено не просто очищение. Она принесла ослабление. Чего ослабление? Материального существования, уверенности в себе. То есть получилось, что материального уже воспринимал, где мы видим это, символика, Ноах не мог никак убедить своего поколения раскаиваться. 120 лет он объяснил им, что вот-вот-вот вы будете стерты от лица земли. И ничего не помогло. Даже объединять их заодно не мог. А после него, Вавилонского башня, люди объединяются. Правда, на них хорошего, но объединяются.
Объединение означает меньше я, больше мы. Да. Это большое ослабление. Пришел Авраам и начал говорить не себе, не дома, а всем. Есть принципы, принцип это есть Бог, есть Творец, мы должны Его служить, и у нас есть правила поведения. Он передал это Ицхака, который начал говорить, есть единство. Единство есть только во, есть божественная душа и не божественная душа. Там начало совершенно другое видение. Но тем не менее у него не получилось полностью есть Исав. И он не мог со всеми разбираться, только с собой и только в своем земле, земле обетована. Потом Яков, который справляется уже с Лавана, с Исава, с Египта, с Йосефа. Он уже воспитывает 12 сыновья, 70 членов семьи, как должно быть. И создает уже народ. И все этого не хватило. Нужно было 210 лет находиться в Египет. Для чего? Через перелом очищать народ. Это очищение определенной виды. Галут – это очищение. Несмотря, что так сильно их вот терроризировали, несмотря, что они не были такими, и рядом с ними не был Яков, не было сыновья Якова, они были наставники как нужно. Они хотя бы не меняли своих имена, своих одежд, и правили сохранились определенно, идентично сохранилось. И это их спасло. И теперь налаживается первый раз связь между того, что Всевышний говорит «я хочу», и поэтому будете выполнять, изменится мир. Вот это наше начало. Какие заповеди нам дали? Первый – это освящение месяца, новый месяц. Второй – в 10-го дня месяца Нисан купить ягненок, а? И подготовить его к жертвоприношению, если сегодня успеем, то мы поговорим об этом тоже. Обрезание. Хотя оно не написано здесь, но написано, что это была часть ритуала для того, чтобы спасаться от 10-й казни у первенцы. И жертвоприношение к Песахам. А? Где тфилин? Ну, в конце главы. Ну, вот же, что... А, ну да, но это, я мы говорим сейчас о нашей части, до выхода из Египта. Это другое дело. Есть когда мы говорим о новый месяц, что такое новый месяц? Это одна из заповедей, которой греческий власть, которой мы победили, из-за этого у нас есть праздник Ханука, запретила нам. Что запретила? Осветить новый месяц. Что такое осветить новый месяц? Осветить новый месяц, это означает, что есть в параллель два расчета. Годовой цикл. Первый – солнечный расчет. Второй – лунный расчет. Лунный расчет, есть несколько мнений, как считает лунный расчет. Сегодня будем общаться о двух видах расчетов. Есть расчет, который считается... Один из великих мудрецов Шмуэль, он считает, что есть там 29 дней и несколько часов и полдня вот, до возобновления луна. И Рав Ада, который считает, что есть там 28 дней с половиной. 3/4.
Вот это разница между них. Сегодня будем не понять математически, потому что не моя тема, но понять, как это, как, на чем каждого из них считается. Про Равада говорят всех, которые занимаются этих расчетами, что он более четкий, более правильный. Есть расчет солнечным. У солнечным расчетом есть 365 дней, плюс тоже несколько часов в день. Так, 5 часов. Получается, что для того, что мы будем выполнять наши праздники, мы должны считать месяцем по лунным проявлениям. То есть, когда происходит праздник Песах, 15 дня, лунный месяц. Когда происходит праздник Шавуот, 6-й день, в лунный месяц Сиван. Когда происходит Рош ха-Шана, первый лунный месяц, Тишрей, Йом-Кипур, 10-го лунный месяц, Тишрей. Но есть проблема, что если мы будем считать, да, 29,5 дня, скажем условно, да, и разумножим это на 12, у нас будет недостаток от солнечного времени 11 чем-то, 11 дней чем-то часов. И получится, через 3 года мы потеряли месяц, через 2 года 2 месяца. Так, и пошло, и поехало. Так лето и перейдем. А? Так зима кажется летом. Лето. Ну, вот именно. Есть заповеди параллельно к этому, что надо сохранить сезонное время. Вот год разделен на 4 сезона. Не сезоны, которые у нас есть в современное время. Мудрецов меняли это вопрос соотношения длинный день, короткий день. Вот через этого они разделили еще два разных определения. И вот этих, можно сказать, сезонов должны происходить регулярно возле Песаха. Ну, например, у Рашот Шмуэль это должен быть 7-8 апреля. Не Ниссан, апрель. Апрель это солнечное время, поэтому апрель всегда он апрель, да? 7-8 апреля начинается сезон Песах, сезон Ниссан. Должен начинать. Поэтому Песах должен быть в это время, не в апрель. 7-8. 7-8 апрель. По Равада, по его расчете, и сейчас не будем, я сам до конца его не до конца понимаю, поэтому не дам урок за этого. То есть у него получается, разделяется этого расчет, календарь на 19 лет. Поэтому сезон, то, что называется сезон Песах, меняется по еврейскому календарю. Иногда это 20-22 Адар, иногда это 8-9 Нисан, иногда это 13-17 Нисана. То есть попадание к Нисан всегда, попадание к празднику Песах всегда есть. Получается, что должны как-то делать так. Получается, а? Есть же Адар 1, Адар 2. О, сейчас. Получается, что мы понимаем, что если по расчет Шмуэля, который у него есть определенный математический расчет, и это должен быть всегда, то есть сезон Песах, сезон Ниссан, должен происходить 7-8 апреля, и по Равада, по его там 19-й, можно сказать, разделение, то у Шмуэля получается 28 лет, цикл. У Равада 19.
там по его математической расчете. То есть, если это по 19, меняется именно по еврейскому календарю видная лунная идентичность. То есть время должно быть вот такая. Как видно, если вы посмотрите время зажигания свечей, если оно будет написано у вас на григорианной время, оно никогда не будет меняться. Понятно почему, да? Не зависит. Это солнечное время. Нет вопроса. То есть получается, что Рав Ада просто считал по еврейской дате, когда начинается солнечный сезон. Поэтому у него такие изменения в еврейский календарь. Он говорит, вот это должен быть, вот этих дней всегда повторяется вокруг этих 19 лет. Нет, это просто расчет, математический расчет на попадание. То есть получается, что для того, чтобы выровнять вот этих 11 дней с копеечками, да, что делают? Делают, добавляют еще 2 или 3 года дополнительный месяц. То, что мы называем высокосный год. И тогда вот этих 30 дополнительных дней выравнивают. Кстати, очень интересно, для расчет, которое делает Шмуэль, всегда не хватает, даже при этом цикл, 1 час и несколько часов. Один час и почти там 500 частей. И об этом мудрецов, которые общаются, поэтому там говорят, мы не понимаем. То есть получается, спустя там 1000 лет, собирай каждый год час плюс несколько частей, и получишь большая разница. Но мы не видим эту разницу. И поэтому пошло и поехало вот это обсуждение, кто более четкий, он или Рав Ада. Ну, поэтому у нас получается, что мы должны выравниваться. Есть еще один очень интересный нюанс. Каждые 28 лет между вторник и среда евреев собираются на улице и благословляют солнце. Почему? Потому что начинается в этот день, именно вторник на среда, он попадает всегда в одну и ту же дату, да? Начинается новый цикл по расчет Шмуэля. И этого цикл означает для Шмуэля день сотворения солнца. Какая это дата? Ну хорошо, это тогда должно быть. Какая мы знаем, дата? Когда это должно быть по Торе. Как получается? Дата может быть. То есть получается у нас очень интересная ситуация. Сейчас. У нас получается очень интересная ситуация. Считать в праздниках, правильно и так считают, по Рав Ада. Рав Ада начинается цикл 19 лет, не 28. Но когда мы считаем день рождения солнца, так Шмуэль прав? Так примите решение, кто прав? Прав Шмуэль, это называется в ткуфот, в сезонах? Или право Рав Ада, по расчет в календарь, по праздниках? Кто прав? Там элементарно это можем понять, в какой день были созданы светила и какой это день недели был. Есть еще один очень красивый нюанс. Когда они считают, что расчет начался? То есть должен быть четко расчет. День расчет. Когда мы считаем солнце, там нет расчет. Там есть меньше, больше. Вот это круглогодично. А когда мы говорим вот такой ситуации, кто-то должен говорить, вот, ребята, начинаем считать. Когда начинали считать первый раз по мнению Рав Ада и Шмуэль, кто-то должен говорить, все, ребята, тут начался солнце появиться, давай посчитаем. Вот,
встречаем Луна и Солнце, считаем, когда? Со вторника на среду. А? Со вторника на среду. До сотворения мира. Когда написано в Тору, «Вегаарец, и земля была тоху вавоу, полный беспорядок». Вот в это время начали считать. Как это? Что считать? А что там считать? Отсюда мы понимаем, что по закону Тору вопрос не как физическое солнце или физическая луна двигается. Это само собой очень важно. Это очень важно. Но не это определение. Определение духовное состояние этих предметов. Духовное их предмет. Где мы видим это? Сейчас я перевожу несколько примеров. Но, например, если судья заблудилась, когда освещали месяц по судьям, то было до того, что у нас был календарь, и не хотели календарь. То есть, потому что не могли придумывать календарь. Изначально так установлено в Тору, что для того, что будет новый месяц, должны подняться к Иерусалим свидетели, которые скажут, мы видели появление Луна. Какое солнце? Луна. Появилась небо Луна. Судьи допрашивали их, что действительно ли видели Луна и не выдумывали. Если все было правильно, они знали это парашют. Они знали парашют, где она должна была появиться, в каком градусе высота она должна появиться, в каком сторону в небо она должна появиться. Они знали, они все это уже знали заранее, по их расчет. Это полная луна или какая-то? Нет, минимальная. Начало. Первый день месяца, еврейский месяц, всегда появляется луна. 15-го месяца, когда поднимается в небо и видишь полная луна, это всегда середина еврейского месяца. Всегда. Хорошо? То есть они должны были ждать людей, они должны были давать показания, и тогда они заявили о новый месяц. А если к ним пришел двое очень злодеи, хитрецы, и были такие случаи, хотели, что Песах будет отмечаться раньше или позже. Или хотели, что Рош ха-Шана будет запутанной. Или они думали, и судья ошиблись. Или злодеи били судья. И приняли решение неправильное. Потому что, не допрашивали. Какой закон теперь? Я отмечал Рош ха-Шана вчера. Сегодня я слышал, что это было ложные свидетели. Зря сказали, что новый месяц. Что теперь делать? Нет. Что решили судья, то и есть. Как так? Если мы говорим, это физическое проявление, то есть фактично проявилась луна, то проявилась, не проявилась, то нет луна. Как можно сказать, что они решили, то и есть. Как это то и есть? И это очень серьезный вопрос. По многим это касается. Дальше. То аргумент, что мы говорили по благословению на солнце. Любой ученый скажет тебе, что это чушь собачья. Что такое? Нет такой даты. Что символизирует солнце и что символизирует луна? Солнце называется в Каббала Заир Анпин. То есть шесть атрибутов, который есть в мир Ацилут. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод. Малхут, царство, называется Луна. Когда Луна пришла к Всевышнему и говорила, что невозможно, что будет два царя одновременно в небо. Что это за два царя? Что она хотела? Она хотела получить свой свет. От свое время. Не, свой свет. То есть не получить это от солнца, а получить свой. Она будет сама. Или давай я буду царить. Или другими словами в Каббале это означает, что
Она говорила Всевышнему, мне не надо скрыть божественность сотворения. Я должна давать сотворенными, которые выходят от царства в Ацилут, я должна давать им полностью информацию, кто их творец, как он это делал, зачем он это делал, что они будут чувствовать, что есть божественность. Что Всевышнему говорили? Не-не-не-не. Это не сотворение мира. Твой роль получить все от шесть атрибутов выше тебя. Сколько получить, я решаю. Когда получить, я решаю. Как это будет происходить, я решаю. И сколько ты пропустишь вниз, тоже я решаю. Поэтому возобновление Луна символирует всегда начало цикла проявления большей святости Всевышнему к сотворенным. Исчезновение Луна символирует перекрашение потихоньку вот этого процесса. Как мы это видим, например, в обычае еврейского народа женятся, устраивает свадьба между 1 числа новый месяц до 15-16. После этого перекрашаются. Почему? Начинается сокращение и святость. То же самое, когда есть высокосный год, можете меня проверить, это проверено, всегда праведники были очень-очень напряженные. Все травмы, которые были связаны с Лубавичевским ребе во всех семь поколений, все проблемы начали в высокосный год. Все, без исключения. Болезни, смерти, аресты, все были в высокосный год. Это типа было ослабление Луна по отношению к Солнцу. Да? Много-много чего происходит из-за высокосного года. Мы говорим обратно, то поскольку что не евреев связано больше с регулярной жизнью, сейчас не будем объяснять это, мы говорили об этом когда-то, поэтому они связаны с ходом солнца, и когда есть затмение солнца, написано, что более опасное время для неевреев. А когда есть проблем с луной, проблем с евреев. Почему это так? Потому что это всего лишь вот их появление в таком виде, как они есть в нашей планете, это отражение происходящей вне нашей планеты, в духовных миров. Это всего лишь отражение. И когда судья говорит, что должен быть сейчас новый месяц, даже если они ошиблись, это не совсем их решение. Это сверху говорили. То же самое, когда мы благословляем солнце, говорим, что сейчас время. Сейчас такое время. Математические несходства, ничего страшного. Не имеет никакого значения. Мы говорим о... Можно много чего оправдать. Нет, секундочку, я объясню. Я понимаю, о чем вы говорите. Посмотрите. Мы говорим, и вот об этом надо тоже остановиться. Мы же не живем в иллюзии. То есть тфилин мы берем как надо. Талит мы берем как надо. Физический мир. А тут мы как-то говорим, это так, но не так. И так, но не так. Да. Почему так и не так? Потому тут ничего не является критично в самой материальной жизни. Материального жизни, когда мы должны выполнять заповеди, что тут важно. Взять филин, что они будут кошерны. Еда, которая будет здоровая. Субботу, когда начинается, когда заканчивается. Мы там реалистичны. Мы там работаем через кого? Рав Ада, который математически расчет. Попадала полностью правда. Но когда мы говорим уже о праздниках, это день, который становится святой. Что такое праздник? День, который становится святой. Субботу это не так. Субботу это день в неделю. День в неделю по солнечной правила. Каждый седьмой день есть суббота. А праздник что это такое? День, обычный день, не субботный.
становится духовной. Поэтому мы в него не работаем и имеем какой-то определенный вид праздника. Нет, но тем не менее, святость субботы затмевает же даже и праздники. Как? Суббота, она регулярная. В отличие от праздника, который связан с временем Луны. То есть не совсем физический мир, он не совсем реальный мир. Он более духовный мир. Более духовный мир идет по сверхный расчет. Ваш вопрос. Отвечали или не отвечали? Ну, может, я еще не до конца понял, но то есть это вот и да, и нет не касается нашей повседневной материальной жизни. Да. Это не здесь. Да. Когда мы касаемся к нашей ежедневной жизни, но тут не логика? Может быть духовность. Но разве логика не должна там присутствовать тоже? Почему нет логика? И да, и нет. Секундочку, нет. Я понял. Это как спросить аксиома? Логичная? Она аксиома. А как это отвечает? Не отвечает. Окей. То есть, ты понимаешь, что для того, что у меня будет математика, мне нужна аксиома. Для того, что мы начнем жить еврейской жизнью, мы должны понять, что есть Богом и его духовный миров. И поэтому духовный миров есть определенный расчет, который приплетается в нашей жизни. Потому что наша жизнь, она устроена из этого мира. Но когда мы говорим о духовном мире, он прибавляет в нашей материальной жизни еще окраски, которые не существуют вот так. Вот это является добавкой тому, что мы говорили. Так, вот так понятно. Вопрос да. Можно? Да. Вы говорили, что суббота, значит, в рамках природы это к материальному относится состоянию, праздник это к духовному. Не, я не хожу, не понял меня. Нет, да. Что суббота не духовная, что ли? Ну, вот, я хотел... Нет. Вы я говорил, что субботу определяет что? Солнечный календарь. Солнечный календарь. Да. Она недвижная. Невозможно получить субботу в половину шестой день. Или половину восьмой день. Хорошо, когда да. Праздник совпадает с субботой. А? Когда праздник совпадает с субботой. Ну и так, что происходит тогда? Вот я хотел спросить. В субботу попадает дополнительная духовная причина. И это добавляет к тому, что субботу, которая есть регулярно, получает теперь больший, другой спасибо. Вид цвет, который раньше не было. Как спросить, когда ты дышишь, ты еще можешь одеваться? Причем там один к другому? Ну так у нас регулярность праздников, собственно, ну просто другая. Ну конечно регулярно, это параллельное движение.